Здравствуйте, зрители этого замечательного YouTube-канала, который ведет Юля Флорида, и ей в этом помогает Надя Эггерс. Меня зовут Михаил, и сейчас мы вам покажем дом, который стоит 907 тысяч. И немного информации о доме. Эта модель называется «Алюр», застройщик «Кардел». В этом доме 4 спальни, 3 ванных комнат, один отдельный туалет, 2771 square feet, то есть это 257 квадратных метров. Здесь есть клабхаус, то есть место, где жители этого комьюнити могут приходить, бронировать переговорные залы и узнавать любую информацию по их комьюнити. Также здесь есть общественный бассейн, тренажерный зал. И, кстати, вот в эту стоимость 907 тысяч входит мебель в этом доме. Вау! Да, мы редко такое вообще видели с Юлей, вот да. Сейчас на параде. Вот это первый раз встречаем. Вот, соответственно, по традиции, план дома Юля покажет вам в конце этого видео. Дом этот блочный, то есть как здесь все это. На первом этаже устанавливается блок, и сверху ставится фрейм. Фрейм, как мы и говорили, это уже рамка. Рамка деревянная. Вы знаете, что в России сейчас популярны строятся каркасные дома. Вот, то есть фрейм – это каркас, который ставится на блок внизу. Но это вся информация. Попозже еще что вспомню, вам расскажем. Пойдемте смотреть дом. Да, поехали. Так, тут такая вот плиточка на полу. Вот эта зона, то есть здесь вот, как Надя любит говорить в видео, да, здесь сидят вечером, соседи гуляют, кто-то вино пьет, кто-то собака. Смотрят друг на друга. Да, то есть могут зайти пообщаться, это прям очень хорошее место для, как сказать, нетворкинга. Ух ты, здесь еще сбоку что-то такое интересное. Да, здесь дополнительно, вот видишь, две двери. Интересно. Зачем они здесь сделаны? То есть отсюда тоже можно, по идее... Да, выходить. Здесь можно вообще, ну, я не знаю, как стол поставить, как завтракать, или это не очень хорошо, когда здесь соседи все это видят. Здесь, да. Еще деревьев насадить, чтобы закрыть себя. Да. Ну что, зайдемте в дом? Сам дом. Да, он 257 квадратных метров, повторюсь. 4 спальни и 3 ванных комнат. И отдельный туалет. Так, здесь сразу при входе на второй лестница. Этаж. Так, что у нас здесь? Обеденная зона. Зона. Приятная. Пол здесь. Пол какой? Здесь ламинат. Ну, думаю, прикольный это... ламинат. Да, да, да. И цвет, хорошего качества. Цвет красивый. Здесь ну, шторты. Такая хорошая обеденная зона, большая. И смотри, как функционально. То есть ты здесь приготовил и гостям смог отнести. А чаще всего мы же встречаем, когда есть кухня, и где-то в отдельной зоне устанавливается стол, и то есть тебе оттуда надо туда переносить. Хорошо удобно, сделано, да? В плане функционала. Слушай, вот кухня темная, но цвет приятный, в плане он контрастирует с белыми стенами, так мне нравится. Смотри еще, что я сразу заметил, здесь плитка, она до конца выложена. Это я тоже ни разу не видела. Представляете, вот эта плитка, это мраморные кусочки, натуральный мрамор. Должен до конца. Смотрится очень интересно, да. И здесь вот, видите, поставили не шкафчики, а решили полочки. Тоже очень это красиво, тоже да, смотрится? Ну-ка, доводчики проверим. Ну, давай. Фурнитура какая, да, прикольная? Есть. О, красота. Одобрям. Смотри, как красиво. Да, да, я и смотрю. Вот сейчас мы что увидим? Что, внутри не такого цвета, а дерево желтого. Обычное, да. Та-дам! Так оно и есть. Да. И, кстати, наверху тоже вот эти плинтуса сделали, видишь? Тоже красиво смотрится. Так прикольно, да. Холодильник KitchenAid. Водичку не желаете? Да не, вроде бы есть, спасибо большое. Хорошо. А то носить ее тоже так, здесь... сейчас. А это островок, классная вещь. Искусственный камень, кстати. Искусственный, да, камень. Но камень, но искусственный. Но искусственный камень, он дороже, чем мрамор. Вот да, дело. Да, да. Ну, смотря какой, конечно. Пойдем но, вот здесь менее. Посмотрим. Здесь свет. Ага. Вот давай посмотрим, что здесь.
Ого, здесь потайная комната. Ничего себе. Ничего себе. Вау, вау, вау. Куда тут можно уйти? В Нарнию, представляете? И вот что здесь у нас, метла. Здесь прям если ураган или что-то прям запасти. Полочки, кстати, хорошие. Деревянные. Если ураган или что-то, запастись можно прям надолго, все это забить. Это пантри, видите, как обыграли, да? Прикольно, слушай, не просто так, а такой шкафчик сделали. Прикольно. Смотри, а там вот все покрашено. Ну, в одном месте только, да, получается? Да, здесь уже. Все обычно. Угу. Смотри, это значит у нас обычная печка, а здесь это получается микроволновка. Но это встроено. Красиво смотрится. Нет, все прям хорошо по цветам сделано. Нам нравится. Да, пока, пока. Я что еще хотела сказать? Мы попозже посмотрим вот эту комнату. Вот эту комнату. Здесь просто сейчас люди разговаривают. Покупатели. Потенциальные. Смотри, здесь маленькие окна, я только что хотел сказать, но вот окон не хватает. Но не тем хватает. Не менее, здесь есть вот это большое окно, и оно, в принципе, так это... Более-менее, да, осветляет комнату. Да, хорошо. Ну, окна могли бы... Ну, скажи, ну что такое? Ну, могли бы и побольше, сделать, скажи. Или одно такое, знаешь, продольное. Да. Потому что мы уже видели такие. Так, у нас 4 спальни, мы должны их все найти и посчитать. Да, идем. Давай начнем. Вот с этой. Она похожа на мастер-бедрум. Да. И, скорее всего, она Ой, смотрите, какое большое окно. Да? Смотри, как мы любим. Да-да-да. А вот здесь, в принципе, неплохо. Ну, потому что здесь, вот смотрите, такое большое окно, что с этой стороны, в принципе, нормально такие маленькие окошки. Потому что и так много света. Обои. Обои. Тренд. Да. Заметили во всех, у разных застройщиков, ты заметил, одно и то же примерно, в плане одна стена выделяется, например, обоями или другим цветом. Да, согласен, я думаю, нашим твоим зрителям странно этот тренд слышать, когда у нас в России вообще обои. Фотообои были. Нет, не только фотообои, ты знаешь, в России я больше чем уверен, особенно сейчас можно найти очень красивые итальянские обои, которые и в полоску, не в полоску, и по цветам можно. Все равно обои, мне кажется... И они на обои не похожи, сейчас такие есть материалы, да? Да, и то есть они все равно такую... уют, красоту добавляют, в общем. Если не все обклеивать, а вот часть все-таки. Ну, знаешь, все, я, честно говоря, не знаю, будет ли это смотреться хорошо. Смотря какие обои, смотря как это все обыграть, все это настолько индивидуально. Смотри, здесь вход в ванную без двери. Ну да, тоже, кому как нравится. А, так, а смотри, мы еще о потолках не сказали. Здесь вот такие потолки сложно сочиненные с выемкой. Причем они, видишь, как покрасили, вот контуры серые сделали, а все остальное... Светло-серый. Ну, так вот. Так. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Здесь. Душевая. Душевая, душевая, в принципе, нормальная. Потолок такой потолок, же, как и в спальне. Да. Потолки хорошей высоты, да? Не низкие. Красивые зеркала, конечно, поставили. Да. Но они... А! Они останутся или нет? Вот мы знаем, что мебель останется. Интересно, что насчет? Зеркал, мне кажется, они тоже входят в стоимость. Да? Но, а как? То есть здесь написано furniture included. Ну, то есть будем думать, что все включено, значит, да? А смотри, здесь тоже много окон, мне нравится. Здесь раз окно, и вот еще одно окно. Да? И вот такая симпатичная ванна, акриловая. Тоже акриловая. И смотри, здесь плиткой вот этой до потолка выложено, что тоже не всегда увидишь. Тоже красиво. Молодцы. Да. Стильненько. Две раковины. Мы ежо одинакового размера здесь. Так, здесь все у нас... Здесь. Стандартные полочки наши любимые. Вот что они сюда уже не сделали, да, нормальные полки? Здесь туалет отдельно. О, я знаю, смотри, вот такими вот синенькими штучками они отмечают какие-то недоделки. Чтобы потом уже человек прошелся и доделал все. Там, видимо, царапины смотри, какие-то. Здесь дырки. Да, чтобы зашпаклевал, доделал.
Слушай, гардеробная большая, да? Такая? Да, нормальная. Достаточно вместительная, но она одна, да? Как мы выяснили. Да. Так, а здесь? Так, щиток, и здесь всякие Wi-Fi, модемы и прочее. И сигнализация. Security. Угу. Так, а здесь у нас куда? Вот, где-то? Это как раз та же история, что в новых домах наконец-то делали вот это функционально, логично. То есть сюда заходишь, да. И здесь постирочная. Да, проходим. Вот она, прачечная. Кто как говорит. Да. А вот, с этой стороны, смотрите, принтер даже есть, можно поставить. Раковина для удобства. Слушай, то есть получается, что сейчас новые застройщики, они вот зону, где хозяйская и спальня, и ванная, они ее увеличили, они еще добавили сюда постирочные. Что удобно. Круто. Это они правильно сделали. Пойдем, вот здесь еще какое-то дополнительное место. Так, что тут можно поставить? А, винный уголок, да? Да, называется? Или кофе, знаешь, что уже делают эти. Да. Здесь водонагреватель отдельный. Хорошо, выйдет. Обычно в гараже стоит, да? Да, и здесь вот этот один туалет отдельный. Да, это половинка по местному считается. Такая рыбья чешуя, да? Да. Прикольно. Тоже молодцы, заморочились до конца, сделали, потому что не всегда любят заморачиваться, половинку сделают и все. Здесь выход, по видимости, на бэк-ярд. На бэк-ярд. Ну, здесь нет бассейна, да? Да, но мы попозже посмотрим. Попозже, хорошо. И куда мы сейчас пройдем? Пойдем на верхний этаж искать оставшиеся, сколько, 3 спальни. Ага, хорошо. Так, давай вот эту комнатку Кстати, покажем. Здесь тоже обои. Тоже, да. Здесь вот они как раз текстурные, видишь, такое ощущение, что туда еще ткань добавили, она на ощупь такая. Да. Ну ничего, смотрится, да, хорошо? Да. Тоже одна стена такая. Да. Хотя можно было и вторую таким тоже сделать. Да. Так, вот офис. Вот. Уже покажем офис. Да. Так, ну все, пошли. О, лесенка. Смотри, какие окна. Перила. Перила железные. Окна. Окна. Ух ты. Так, сейчас покажем. Окна очень высокие. Так, давай вот так вот. Мне кажется, уже нет смысла говорить в каждом видео двойные стеклопакеты. Это так уже понятно. Да, везде, да? Или мы где-то видели одинарный в каком-то раз, доме, по-моему, да? В самом первом даже, мне кажется, мы видели одинарный, что нас удивило. Да, да. Так. Так, это, знаете ли, дерево. Однозначно. Опа, а здесь ковролин. Бонусная комната. Да, ну, да. Кстати, приятная она какая-то. Угу. Это обои. Да? Обои, причем, да, визуально ты смотришь, как будто плитка выглядит. Да. На плитку похоже. Слушай, ну ничего, так симпатично, я считаю. Ну, тут вот телевизор, комод. Угу. Так, пойдем, наверное, с этой стороны начнем, да? Да. Так, здесь вот отдельный вход в детскую. Слушай, ну классно. Так, детская. Ух ты, и окон тоже много, классно, да? Угу. Все-таки как светло становится, когда окошки везде. Слушай, ведь они, наверное, это все оставляют интересно. Даже вот это. Это прикольно было бы, да? Ну да. Бонус такой. Ну, конечно, надо узнавать по поводу подушек. Здесь вот свой отдельный туалет. Кстати, смотри, как шторы сделали. Да. В основном мы привыкли, одна такая. Да. Так. Ну, здесь да, тоже классненько. Есть окно. Окно тоже замечательно. Так. Так, а что у нас здесь гардеробная здесь при входе? В общем, в эту спальню здесь. Ну, понятно. Удобненько. Так, что, проходим в следующую? Так. Так, это была у нас... Вторая, это третья комната. Да. Здесь гардеробная, здесь опять стандартные. Вот эти стандартные. Блин, уж могли бы заменить, да, везде сделать одинаковые. Здесь опять обои. Ага, с одной стороны. Ну, смотри, красивенько же. Да. Ну, для меня, вот смотри, одна стена, это прикольно. Мне так нравится, что одна что стена. Если бы вся была комната, это бы напрягало уже. Да. Смотри, здесь вид. Вид. Облака-то сегодня какие красивые, посмотрите. Да. Угу.
Вообще райончик хороший вокруг, да? Так да, тихо, кстати, спокойно. Я не сказала, что это за район. Это район Лейк Нона. Лейк Нона – это озеро, которое очень популярное. Оно сейчас все разрастается, разрастается. Здесь очень развита инфраструктура. Да. То есть здесь много и магазинов, и клиники, и все, что и нужно. И рестораны, здесь. Есть такой центр большой. Мы там, я помню, один раз тусили. Так что, в принципе... А, и школы хорошие. Так да. Что имейте в виду. Что важно. Так, и это четвертая комната, получается. Тоже она. Здесь уже одно окно, чуть поменьше света. Ну, ничего, все равно. Ты заметил, что в основном белые стены везде тоже? Или светлые, прям светлые или белые? Здесь что, не открывается? Ну, вообще здесь гардеробная. Не хочет открываться, да? Может, они там что-то прячут? Рабочих. Ага. Так, идем дальше. Так, и здесь вот у этой спальни, сейчас здесь кондиционер. Да. Ну, уже как это, битва экстрасенсов, я вам сейчас скажу, что за этой дверью. Понятно. Уже знаем. Так, что у нас здесь? Здесь ванная. Ага, на две раковины. Туалет и ванная комната. Причем, смотри, как интересно сделано. Это ванная относится вот к этой и к этой комнате. Да. То есть... А это общая. Да, это общая ванна. А вот у этой комнаты у нее... Отдельная, да. Удобно, да? Да. Что у каждого, может, своя. Ну, посмотрим бэк-ярд. Да. Спускаемся. Конечно, окна красиво смотрятся, да, когда... Да. Такие длинные. Они такие высокие. И заметь, здесь, кстати, тоже нет плинтусов. Да. Не, ну здесь это смотрится абсолютно нормально, потому что как бы стены ровные, они не сильно видно на них этот попкорн, ну не попкорн, а вот эта шершавость, она такая сглаженная. Так что, в принципе, стиль подходит. Orange peel. Вот. Это кожа. Да, 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 да. Orange peel. Это о том, о чем мы говорили. Апельсиновая корка. Да. Смотри, какой бэк-ярд. А попкорн это более такой выраженный, да, уже да, такой да. Конкретно. Слушай, не модный сейчас абсолютно. Это, скорее всего, гараж. Да. Мне ну-ка. Кажется. Давайте пройдем. Посмотрим, что там. Точно. Ух ты. Да, тут, конечно, склад сейчас. Вы можете выбирать, я думаю, материалы. Этот шоурум. Смотри, да, шоурум, ага. Так, не, нету света, да? Ну-ка. Да, света нет. Ну, смотри, а ничего видно. Вот, то есть вы можете выбирать вообще все. Очень много материалов, смотри, очень много цветов. Угу. Классно. Да, да. Подешевле, да. Подороже. То есть здесь вы сами вместе с застройщиком конструируете, собираете. Вот, это все, чем можно отделать ванную, например. Или фартук у кухни. То есть я думаю, какие-то варианты есть подешевле, какие-то подороже. Вот, смотри, соответственно, по своему вкусу. Вот фурнитуру вот. Можете выбирать. Ручки. Это как мы удачно зашли в гараж. Слушай, да, вот дверные ручки. Прикольно. В общем, здесь должен быть гараж на две машины, правильно да. Мы это понимаем? Смотри, а здесь... Ой, смотри, какая классная. Почему я никогда такой не видела, да? Ну. Такие есть красивые, вот тоже вкусный цвет. Это же для острова. Да, для островов, для... Вот, смотри. Они потому что дорогие, никто их не выбирает. Кстати, вот, смотри. Да-да-да, я вот сейчас их потрогал. Класс. Я тебе, знаешь, что хочу сказать? Вот как вы с Надей находили у Надиного любимого застройщика, вот этот необработанный вы называете, но это не совсем правильно. Вот, нет, он обработанный. Нет, это обработанный, да, то есть его здесь все равно нет. Нет, потому что он уникальный. Да-да-да. Интересно. А, вот, значит, смесители. Можете выбрать. Ага, смесители, душевые. Так, еще что? Ну, тоже все соответственно. А, вот, ковролин наш любимый. Вот, получше, мне кажется, вот это подороже будет. Вот это, такие-то уже стандартные. Да. А, и плиточка, вот, пожалуйста, плиточка.
Так, а это тоже плитка, это не ламинат, просто в виде паркета, ну, в виде дерева. Это вот это здесь плитка. Паркет. Ага. А вот еще такая плитка, можно выбирать. Слушай, ну прикольно. Ну, что я могу сказать, здорово, когда есть такой шоу-рум, а еще лучше, когда есть деньги, чтобы сюда можно было прийти и выбрать все, что твоей душе угодно. Вообще, вот тут вот смотришь на соседей, в общем-то. Здесь у нас летняя кухня. Мне немножко здесь темно, как будто бы, да, кажется? Темновато. Чуть-чуть. Но здесь темновато. Свет включается, видишь, здесь ну, есть. Ну да. Так, а что у нас здесь? Верандочка. Здесь можно поставить обеденную зону, сделать, да, столик. Ну вот я сомневаюсь насчет обеденной зоны, знаешь почему? Потому что все-таки здесь проезжая часть, соседи ходят. Ну, они, наверное, рассчитывают, что ты что-нибудь еще здесь, получается, насадишь, что-то еще как-то ну, оградишь. Ну, потому что смотри, для чего эта ну, композиция да, нужна. Да. Для опять меня это неуютно, хатап, когда все видят. Да? Хатап поставить, джакузи. Хатап, да. Пусть тогда смотрят, как мы купаемся. А вот там еще только будут строить дома. Вот видите, там еще пойдем не все. Пойдем посмотрим, что страны гараж. Интересно. Так, вот так вот начинают строить дома. Деревяшечками все обкладывают. А, смотри, здесь на три машины гараж. На три машины, да. Угу. Так, я пойду узнаю насчет HOA. Хорошо. И вернусь. А я пойду обойду дом. Мы уточнили, в общем, HOA, то есть коммунальные услуги, здесь стоят $183 в месяц, угу, в который входят тренажерный зал, общественный бассейн, клабхаус и еще, что, ну, прям очень важно, на наш взгляд, сюда входит кабельное телевидение и интернет в эту цену. Вау, вот это вообще да, первый раз я такое вижу. Да, а вода и электричество оплачивается отдельно. Ну да. Но есть некоторые нюансы и условия. Помимо домов здесь еще строится таунхаус. То есть можно купить таунхаус. Но у таунхаусов будет другая уже цена. Будет стоить $550 в месяц. О, потому что таунхаус... HOA берет на себя, если что-то случится с крышей, то это HOA будет платить. А если у вас в доме случится что-то с крышей, ну, например, то вы из своего кармана будете платить. Ну, да, это просто как пример, почему такая разница. Вот, тут, да, ну, да, то есть выбираешь, каждый себе выбирает, кому угу, что подходит. Да. Ну, наверное, мы всю информацию рассказали, дом показали и будем прощаться. А тебе как дом? Слушай, мне понравился. Вот это уже прям... Получше, да? Лучше. Чем все, что мы... Да, мы прям идем с тобой по возрастающей, да-да-да, все лучше, лучше, лучше и лучше. Лучше. Мне тоже понравилось, еще и когда все обставлено, не знаю, так мне глаз цепляет, и все вроде бы такое красивенькое. В общем, а что скажете вы? Да, у девушек уже есть такая хорошая традиция всегда спрашивать ваше мнение, что понравилось в доме, что не понравилось. Обязательно пишите, интересно будет почитать. Да. Всем спасибо и до встречи в новом доме. Пока-пока. Пока. Thank you.
все есть. Да? Нормально. Вау. Cycle студия даже есть. Ага. Да, 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 да. А, это для сайкла. Фонтанчики, туалеты, раздевалки, да. Вот здесь одежду можно, вещи свои оставить. Да. Он входит в стоимость, между прочим. Да. Да, техноджим очень хороший, да.